Так, распаковочка от розетки. Йо. Такой инжектор ТП-Линковский. Закупили. Бумажки. Вот идут. USB кабель. Прибор, блок питания к нему. Все, сейчас будем подключать. Так, в комплекте патчкорд идет UTP-шный, категория 5E, а не, категория 5 обычный, и длина его 1,20 м. Сейчас подключаем в работу. Линия вход, световой индикатор питания, разъем на 48 вольт DC, переменка, и power data выход тоже. Так, включили в розетку блок питания. Вот видим индикатор, там где у нас линия вход, мы подключили к ноутбуку. Там линия выход с по инжектора. Вот. Фокус. Короче. Вот выход и дата. Мы подключили на данном примере камера Hikvision. С ADP ее видим. С ее IP-шником. Сейчас заходим на камеру настройки. Вводим логин, пароль, именно уже прописанный на камере заранее. И вот заходим на саму камеру, которая уже настроена. То есть обходим коммутатор. Она в пленке, поэтому показывает. Все, вот такая штучка. ТП-Линковская. Модель. ТП ТЛ ПОЯ 150С.